Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Я Князькова Юлия, мне 17 лет, и с раннего возраста я люблю писать картины маслом, особенно пейзажи. Это лучшие моменты для меня. Момент свободы ума и духа, когда ты опускаешь все и позволяешь краскам и кистям править бал. Моя работа «Львы. Сила любви» — это подарок папе, так как характеризуется, что лев является символом силы, мужества, гордости и великодушия. В образе львицы подчеркивается материнство, символ богини-матери. Именно так я вижу свой идеал семьи. Спасибо за внимание.